Классика как она есть. Расскажу, как приготовить салат капусты с огурцом. Уверена, вам он тоже очень понравится, как и мне. Вкусный, хрустящий, он хорошо сочетается с любым гарниром и мясом. Вот наши ингредиенты. Все овощи и зелень помоем и обсушим. Измельчаем зелень, петрушку, укроп и зеленый лук. Теперь добавим капусту и огурцы, порезанные мелкой соломкой. Перемешаем, добавим масло и специи и еще раз перемешаем. Готово!